Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует программа «По святым местам». Недалеко от города под названием Чебоксары есть деревня Чандрово. Исторически храма здесь никогда не было, и он появился только в наши дни. Но несмотря на то, что церковь эта современная, она напоминает нам о временах далекой истории. Этот храм находится в Чувашии, но именно здесь мы можем погрузиться в историю Древней Византии, а затем и Руси. Рассказать о многовековом опыте православной церкви в Иверском храме решили через создание священных одежд. Вообще храм у нас молодой, и много чего, наверное, здесь и не было. И хотелось богослужение украсить, сделать его благолепным, чтобы все приходящие в храм отрешались от мира суетного, житейского и полностью всем естеством своим погружались в молитву. В любом деле вот, важна правда. И вот первоистоки, в том числе и облачений церковных, в которых служили наши праотцы, в которых служили святые угодники Божии, хотелось частицу этих облачений иметь у нас в храме. Так как у меня есть и художественное образование, и знания в церковном искусстве, мы решили вместе с прихожанами постараться сами создать облачения каноничные, чтобы в них мы могли совершать богослужение. В похожих облачениях могли служить и Николай Чудотворец, и святитель Спиридон Тримифунский. Облачения, они у нас начали формироваться с первых веков христианства. Изначально ведь облачений никаких не было. Это была та повседневная одежда, которую носили в то время. И действительно были особые предметы богослужебных одежд, которые отправляли нас к Спасителю, к крестным страданиям. И вот та же самая наша филонь – это та хламида, которую был облачен Спаситель. Изначально она была цельная и не спадала спереди, как сзади, чтобы священнику действительно было неудобно, чтобы он всегда понимал, что призван он только для священнического служения, и все остальное – это второстепенное, чтобы он понимал, что священническое служение – оно непростое, оно нелегкое, как и путь Господень на Голгофскую гору. Мы делали реконструкцию и облачений старинных. В таких облачениях служили наши преподобные отцы. И у Сергия Радонежского сохранилась его филонь подобного кроя. И первое облачение, которое мы сшили, это филонь преподобного Сергия Радонежского, которая была вот такая же, не спадающая снизу, спереди, как и сзади. И подстегивались они пуговицами, чтобы было удобнее совершать богослужение. Все это выполнено по древним образцам, но с использованием современных компьютерных технологий. Здесь отдельные детали богослужебных предметов – это набедренники, палицы, воздухи, покровцы. Все мы старались создать в том виде, в котором бы это могло бы быть в ту эпоху, с которой связан данный предмет, чтобы это было по-настоящему, чтобы это было правдиво, чтобы это не вызывало у человека никакого духовного отторжения, а только наоборот привлекало его к молитве. Предметы церковного убранства каждого исторического периода имеют различия, например, в выборе ткани, отделки или вышивки. Вот особая вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это вот этот аналой. Раньше таких аналоев было очень много в каждом храме. Аналой диаконский, на котором диакон или батюшка читал Святое Евангелие. И здесь, на передней части его, изображен архидиакон Стефан. Всегда наш первомученик. И эти аналои раньше были практически в каждом храме. Но так как они были написаны на холсте, они были утрачены. И сейчас в музеях иногда встречаются детали вот этих вот облачений. Я нашел одну створку такого облачения с изображениями евангелистов. И по ней сделал вот этот весь аналой. Первые века христианства, Древняя Русь, Царская Россия. Знакомясь с облачениями, мы больше узнаем и о церковной истории, и проникаемся духом того времени. Это облачение создано из старинной парчи, небольшого куска старинной парчи, которой больше 200 лет, и домотканной ткани, которая
ткали раньше в каждой избе деревенской, которые сохранились и лежат в сундуках по сей день во многих домах. И мы решили сделать из нее вот это облачение. Светлое, легкое, в котором очень легко служить. И здесь все настоящее, и древняя парча, и домотканное полотно. И даже эти галуны, они металлические, из настоящей медной проволоки, как это и было до революции. И вот мы стараемся в каждом облачении сохранить вот этот дух, дух времени, дух той эпохи, чтобы, облачаясь в них, и все приходящие в храм, видящие их, могли этой благодати тех времен приобщиться. Замысел облачения может родиться у батюшки из взгляда на кусочек ткани, бусину или орнамент. В этом облачении история переплелась в прямом и переносном смысле. Например, вот эта техника – современная машинная вышивка. Здесь вышивка ручная, бисером и речным жемчугом. Вот это печать на ткани, ну а эта часть выполнена из советского гобелена. И это не просто музейные экспонаты. Всю эту красоту можно увидеть, придя в храм на богослужение. Храм у нас в честь Божьей Матери, поэтому главное место, наверное, здесь занимает облачение Богородичное. Хотелось его создать в таком парадном, нарядном виде, чтобы праздники Божьей Матери всегда были у нас достойными. Как уже сказал батюшка, Иверский храм молодой. В этом году ему исполнилось 5 лет. В деревне Чандрово изначально здесь исторически никогда храм не было. Ближайший храм в деревне Хракасы. Туда прихожане, как бы местные жители, и ходили. Вот. Но у местных, получается, застройщиков нового коттеджного поселка Тихая Слобода, который вот как раз-таки в деревне Чандрово располагается, появилась идея в центре поселка построить новый храм. Все попечение, как бы молитвенное о строительстве, нес наш преснопамятный владыка Варнава. Его молитвами как бы храм этот здесь и есть. С первого дня, как только храм осветили, я здесь как бы нахожусь как священник и окормляю прихожан. Усилиями компании отдел «Финстрой» была возведена эта церковь, но храм – это не только стены, но и приход. В храм хожу я с 21 года, получается, мимо проезжал с другом по дороге и вижу красивый храм. Прям весна, Пасха, деревья еще полуголые, и вот, думаю, надо заехать, остановиться. Заезжаем с товарищем, и тут прям такая божественная атмосфера, прям заканчивается служба, и отец Павел, настоятель храма, нас приглашает с ним позвонить в колокола. Поднимаемся, благодать, звон. И как-то в моем сердце появляется такая, кстати, доля надежды на светлое будущее. В тот год прям какая-то была печаль на сердце, и тут новая жизнь открывается для меня, и я остаюсь здесь. Смотришь на настоятеля храма, как он помогает нам. Благодаря ему здесь образовалась большая благополучная семья. Вот как раз у нас 24 год, год семьи, и у нас здесь образовалась вот эта большая наша община, которая как бы для друг друга старается помогать всем, чем может, в меру своих сил. И благодаря усилиям отца Павла здесь тоже образовалась воскресная школа для наших детей и вообще для всех детей в целом, где наши дети учатся разные поделки делать, лепить из глины, из мыла, рисовать и развиваться дальше. На 4 столпах здесь написаны молитвы, чтобы помнить, что эти слова должны быть в храме на устах постоянно. Рядом с иконостасом копия старинной иконы введения во храм Пресвятой Богородицы из главного собора епархии. Оттуда же изображение Страшного Суда. Это дореволюционная литогравюра. Эту икону принесли на сжигание в Веденский кафедральный собор, когда я еще там служил. Практически из печи я ее достал, ее уже хотели сжигать. Вот, но увидев, что это старинная литография, я ее сохранил. Возможно, в единственном экземпляре она сохранилась, потому что бумага у нас недолговечна, а времена лихолетия, они как бы нанесли свой страшный урон всему христианскому миру, и в том числе и иконам. И вот чудом эта икона сохранилась, и сейчас она на положенном месте находится в нашем храме.
Так, из предметов, которые относили на сжигание в храм или просто передавали батюшке, был создан музей. Здесь есть старинные богослужебные книги, лестовки, старообрядческие четки, нательные крестики, которые в огородах находили местные жители. Крестики на Руси в древности различались. Мужские крестики, они были более простыми, четырехконечными, а женские, они были более украшены, и на них был цветочный орнамент, который отделял одних от других. Такая специфика, она здесь и в этих крестиках наших видна, которые у нас здесь представлены. Особенное место здесь занимает портрет святого праведного Иоанна Кронштадтского. Именно что портрет, не икона, потому что он прижизненный. Он отлит из чугуна и изображает всероссийского батюшку в рясе и с крестом. На оборотной стороне можно увидеть клейма завода, который его изготовил. Он был закрашен краской, как смогли, мы ее очистили. И вот как часть истории, причастной к жизни святых, святого праведного Иоанна Кронштадтского, он здесь у нас достойное место в нашем маленьком музее занимает. Это единственное изображение, которое я встречал. Больше мне таких изображений не попадалось. И дело в том, что не сразу я понял, что это за изображение, за обилие краски, которым оно было закрашено. Но когда я ее расчистил, очень было радостно увидеть лик святого на ней. А еще здесь есть переписанные от руки богослужебные книги, календари Русской Православной Церкви за 1952 год, где святитель Лука Крымский изображен в сонме архиереев, и за 1923 на чувашском языке. Но особое место здесь занимают дореволюционные сувениры со святой земли. Скорее всего, вот подобные вещи везли паломники со святой земли. Это бутылки, в которых внутри собраны изображения креста Господня с предметами страстей Христовых. И вот чудом эти вещи сохраняли богобоязненные православные христиане. И до наших лет они сохранились. Как кораблик в бутылке собирали, так же и с чаянием собирали вот эти изображения, чтобы наш дом был полон Божьей благодати. Многие предметы – свидетели лихолетия богоборческих времен. Многие бежали из страны, но и там, за рубежом, пытались сохранить веру Христову. И как свидетельство этого, несколько номеров журнала под названием «Вечное», который издавался во Франции среди эмиграции, в котором православные христиане могли делиться новостями и информацией о нашей Русской Православной Церкви. И вот здесь есть изображение Свято-Троицкого монастыря в Джордан-Вилле. И у меня в детстве была книга «Закона Божия», которая была издана именно там, в этом монастыре, за океаном, в Соединенных Штатах Америки. И даже оттуда эти отголоски возвращались сюда, на родину, в Россию. А рядом с музеем есть мастерская храмовых флористов. Это тоже достаточно древнее искусство, ведь во все времена люди старались украсить Дом Божий. Вот заготовки сухоцветов, а так украшают икону. Это зеленая губка, она еще называется оазис. Ее пропитывают водой и уже вставляют в нее цветы. Ну, у меня, конечно, цветок сейчас сухой, но принцип примерно вот такой вот. Убранство в храме – это тоже ручная работа, а на стенах множество икон Богородицы и, конечно, иверский образ Божьей Матери. Старинная икона иверской Божьей Матери, которую нам подарил владыка Варнава преснопамятный, когда храм наш был освящен. Все-таки Иверия – это другое название Грузии, и в нашем храме мы особенно почитаем и грузинских святых, и равноапостольную Нину, и недавно прославленного в лике святых преподобного Гавриила Сантаврийского. И их иконы у нас в храме тоже есть. Красота – это мост для души к Богу, и тот мотив, который лежит в основе нашей заботы о храмах и их убранстве. Как важно, чтобы красота нас окружала, ведь она не только вызывает восторг и нравится взгляду, но и помогает перемене людей в лучшую сторону. Приезжайте в храм деревни Чандрово за красотой, внешней и внутренней. 5 лет, вроде бы это не так много, но за это время очень много пройдено, и как бы собрался приход. И есть у нас в храме воскресная школа,
трудимся мы на разных поприщах, на разных послушаниях. В общем, вместе несем вот это свое послушание. Открываем для людей путь ко Господу, путь ко спасению души.